Первобытность и цивилизация. Фотопроект «Уязвимые» Ольги Мичи покорил Европу, а сейчас выставка открылась в Самаре. Экспозиция посвящена культурному своеобразию исчезающих народов мира, от племен Африки до коренных народов Чукотки. Я хочу побудить зрителя рассмотреть наши общие уязвимости и задать вопросы, а кто более уязвим? Мы в нашем мире разобщенности, да? Ведь здесь, вот находясь, да, мы попадаем в глобальную проблему единства и многообразия прошлого и будущего. Сочетание такой очень важной идеи глобализации, общечеловеческих ценностей, это все еще сочетается с высочайшим современным техническим мастерством исполнения. Для Самары это большое событие, потому что этот проект – это не только красивые фотографии, яркие краски, и на самом деле с точки зрения техники сделаны очень грамотно и сложно работы, но за ними стоит еще идея, смысл, многолетняя работа большой команды. Хочется жить настолько... Цвета, настолько насыщенность, настолько деликатные все фотографии, что я пришла просто в большом, в диком восторге. Меня вот мелкая дрожь сейчас колотит, потому что я испытываю настоящие подлинные эмоции от того, как можно красиво преподнести любого человека. Увидеть выставку и найти свои смыслы в каждом из почти 60 кадров самарцы смогут до 27 марта. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.